Приветствую всех, с вами Межарк, и вы смотрите шоу «Неравная битва». Сегодня сразятся такие герои, как Ancient Operation и Bane. Ну а гостем данного выпуска стал Гума. Также хочу сообщить, что я запустил охренеть какой масштабный розыгрыш. Первое место ДК Хукнабуджа, второе место сет Dark Art Ристина Инвокера, ну и третье утешительное место – любая аркана, которая есть в доте. Условия элементарные, надо просто сделать репост и вступить в наш Телеграм. Тем более, что по несколько раз в день, как в группе, так и в Телеграме, выходят прогнозы на спорт, и винрейт у них весьма впечатляющий. Так что переходите по ссылкам в описании, участвуйте в розыгрышах и поднимайтесь на прогнозах. Ну а мы продолжаем. Именно в этом жанре. Да, согласен, актеры-пидорасы, как шахматисты. Какой? Нет, там не актер, там немного другая хуйня была. Что, ты уже записываешь? Мы вот это вот уже про пидорасы было слышно. Конечно, про пидорасы было слышно. Кстати, так, сделай... Стоп, подожди. И я, получается, как лох тебе ничего не ответил. Ну, получается так. То есть твоя аудитория будет считать, что я лошок. Пидорас! Ну, то есть, типа, не смог ничего ответить, затроллить ответ, получается лох. Блядь, еще такая неловкая пауза. Но я ее вырежу, потому что я все паузы вырезаю нахуй. Ага, неплохо. И вот то, что я запнулся, вырежаю, тоже пусть, вырезу. Пусть твоя аудитория Сука. Думает правильно. На самом деле я реально лох. Вот. Подписывайтесь на канал, будем лохами вместе. Короче, смотри, Захарыч, Пиздец. У нас сегодня Бейн, это фиолетовая лама, и Ancient Operation. Ты кого выбираешь? Я, наверное, Бейна возьму, потому что на нем хотя бы я, блядь, знаю, как скиллы работают. Ха, классный у тебя оппонент, да? Ты понимаешь, насколько сегодня будет интересная битва? Слушай, а я не знаю, как у аппарата скиллы работают. Что делать-то? Блядь, попробуй. Давай так, смотри. Можешь одновременно открыть, короче, Siri и Google. Да, и спросить жестко. У них одновременно. И Яндекс. Алису, да. Посмотреть, как его выебет. Там будет правильно. Ну, ты, скорее всего, через Юла вот это вот все будешь делать, ну... Как крыса пидор. Ебаная, да? Как пидор, блядь. Вот это все, весь рассказ, хуйкаст, блядь. А как мне-то действовать? Как мне быть, блядь? Не знаю. ВТФ выключен, да? Побегать нельзя на блинке. ВТФ выключен, да. Чё, да ладно, я пешком дойду, чё? Мне не впадлу. А телепортироваться не умеешь? Так. Опять троллинг, я понял. Серьезно? Не умеешь телепортироваться? Захарыч, ну ты чё? Я в доту играю или в Portal 2, я не понял. Так, Алвисион. Не, ладно, потом тебе покажу. Давай, закупайся пока что. Так, ну я закупился. Ты закупился? Лучше всех. Да. Смотри, я тогда иду к тебе. Я сомневаюсь, что кто-то в жизни... Видишь, я вообще, у тебя. В принципе, никто не догадается из вообще, блядь, участников шоу. На твоем канале закупиться подобным образом. Ну, на самом деле, закуп. Да, сборка называется «Я пидорас», я так закупался уже. А, да? Блять. Я думал, я гений просто композа, а оказывается нет. Ну, давай, что, ты готов? Ага, так, ну, блять, поехали. Ну, давай, подходи к арене. Давай, вот мы вот на этом тайграунде. А, подожди, стоп, стоим. Я левел-то прокачаю, наверное? Да, левел, наверное, да, тоже было бы неплохо прокачать. Во, мы стоим на арене, никуда не уебываем. Бать, ничего себе ты там взял. Ну, погнали. Давай, ты готов? Да. Раз, два, три. Погнали. Фу, ну здорово. ВТФ ты не выключил, да? А, да ты пидорас, блядь, с айон диском. Нахуй я сейчас что-то делать. Можешь меня не бить, кстати, как тебе? Я твою мать! Подожди, у меня еще и квиккасты включены. Я вообще долбоеб, что нахуй? Зачем они у меня включены? Бля, ну это было жестко. Мне еще показалось то, что ВТФ не выключено. Мне показалось, кстати, то же самое. Зачем ты меня убил? Мы с тобой договаривались. Я не хотел. Ты понимаешь, что ты быдло? Sorry. Нормальные люди выясняют, блять, ну как бы отношения словесным образом. А ты отпиздил меня просто. А, ты, подожди, ты за мной бегаешь на ВТФе, наверное, да? Нет, каком ВТФе. Что, а как, подожди, как ты телепортируешься, я не понял. Так я же тебе говорил, телепортируйся. Так, что, подожди, я думал с помощью, знаешь, ну, то, как люди обычные, нормальные делают, дотеры, свитка телепорта. Понял. Не, ну в доте на самом деле много функций интересных есть.
А есть, нет, выебать Мишу в рот. Такая функция. Ну, кнопка, возможно, ее скоро завезут. Нужно, сейчас, короче, не тратить голду ни копейку, накопить 999 тысяч, вот, и тогда у тебя появится кнопка. Ну, да, ролик может затянуться немного. Да не затянется. Зато столько рекламы можно будет насолять этих желтых полосочек. Ух. Где, блядь, что мне купить? Я думаю, пиздец, а голова не работает. Как нахуй это работает? Ну, у дотеров вообще голова обычно не работает, так что ты не напрягайся. У меня работает, у меня во рту член. Что мне купить? А я вот телепортироваться не умею. Можешь сгонять, блядь, в торговую лавку, купить мне хуйню? Не, я могу, только она у тебя работать не будет. Можешь кабанчиком сбегать за пивасиком, нет? Давай, давай, что купить, Захарыч? А мне Demon Age надо. Demon Age, ща принесу. Да. Держи, Захарыч, оно твое. О, спасибо. Не понял, подожди, это что, опять троллинг? Сука. Миша, да ты заебал. Ты, получается, наполовину закупил, наполовину всех своих бабок закупил кристалликсы. Да, я просто люблю красные камни. Ну хорошо, давай тогда, готов? Да, как всегда. Раз. Два, три, погнали! Не ебашь меня за... Ах ты сука! Подожди, стой! А что это за башка у меня была такая, знаешь, тупая над моей башкой? Бля, Захарыч, ты понимаешь, что мне сейчас напишут, что я позвал какого-то дауна, чтобы самоутвердиться? Да нет, я знаю, что это Silence, я что-то просто забыл, что он существует в доте, оказывается. Я тебе спалил всю свою страту, пиздец. Да, слушай, кстати, это проблема. Ну, я-то перескупаться не мог все равно. Так, ну смотри. Ну, давай поэтому 30-ку переходим. Куплю Атос, ебать. Не знаю, я 9 слотов собрал, я готов. Косплей Тимба Шоу. Ебать, ты шо, крыса? А я знаю, что я возьму. Ну, я вот если ты сейчас, получается, Владика крысой назвал, ну... Не, я, пожалуй, этот... Ебать. Это что такое? Не смотри на меня. Да давай иди, иди, будем драться с тобой. Ты хочешь со мной драться? Я вселяю в тебя страх. Ебать, ну вообще да, ты страшный пиздец. Ну окей, давай попробуем. Скорее всего, моя хуйня не сработает, но и похуй, я, блядь, главное не расстраиваться. Сейчас, АНВТФ, пропишу на всякий случай. Давай, раз, два, три, погнали. Ёбаный рот, погнали нахуй! Так. Ага, нихуя себе. Молодой человек, вам не стыдно? О, ничья получается, или чё? Не, я тебя первый убил. Смотри, у нас даже таймер одинаково идёт. Сука, я тебя первый убил. Не, подожди, стоп. Что значит первый? Так смотри, там же написано. А, стоп, подожди. Не, да, я тебя первый убил. Не, хуйня какая-то, знаешь? Да я тебе отвечаю. Не, если хочешь, можем переиграть, Захарыч. Да нет, я согласен на ничью, потому что я знаю, что я дальше проебу. А? В смысле, нет, нет, нет. Иди рапиру забирай. Я согласен на ничью, потому что это справедливо. Ты один диск докупил? Подожди, ты его докупил? Ты шо, пидорас? Ну ладно, на этом получается второй раунд у нас. Да не. Да ты не, ты закуп сменил, ты шо? Ладно, красивый. Ладно, пофиг, второй раунд. Да мне чё, мне какая разница? Правильно? Так, ну давай, готов? Более чем. Раз, два, три, погнали. Все, я пошел нахуй. Не-не-не, Захарыч, надо по-братски. Че, я просто передумал драться, что вообще снимать на контроле, блядь, без грима, без пизду. Сука, ну чудовище. О, что это такое? Как себе такое, Илон Маск? Молодой человек, не стыдно? Получил в лицо, нет? Как? Выебал бедного аппарата. Скажи мне, как на вкус какашки? Да вообще пиздец. Ну и у нас получается тогда, ну, должен быть третий решающий раунд. Бля, что взять-то? Так, ну что тогда у нас? Решающий раунд. Раз, два, три. Меня, кстати, во дворе решателем называли, поэтому не обессудь. Погнали!
Ну все. Да блять! Тихо, тихо. А, подожди, я заморозился. Не так не должно было быть по плану. Все нормально. О, слушай, а ты проебался. А нет, блядь! Фух. Пиздец! Сука! Я просто вспомнил, что у меня еще и скиллы нормальный урон наносят, оказывается. А у тебя всего 2000 хп. Да. Я сложил 2 плюс 2, и получился минус ты. Да, это пиздец. Ну, тогда у нас получается с тобой дальше уже битва на бесконечность. Ну, я хуй знает, что с этим... Не, ну, Бейн очень сильный, зараза. Давай так, без БКБ. Не-а. Ой, блядь. А зачем я, кстати, это пизданул вообще? Есть ответ? Не, я БКБ в любом случае собирался брать. Ну, короче. Попробуем вот так. Может быть, это, конечно, хуйня. Ну, пускай. Ничего страшного. Ты готов? Да, видя твой закуп, могу сказать, что не особо. Но, допустим, поехали. Да мне кажется, мне пизда. Раз, два, три. Погнали. А почему такое долгое БКБ? Потому что оно 10-секундное, я же его только купил. Ебать, это очень долго было. Сука, ну да. Я такой думаю, я уйду, такой думаю, ну бля, я сейчас чищу. Ну так и да, всю ману мне сожрал еще. Я тебя щекотить буду. Да, не пошло. Прикольно вышло. Блин, Миша, на самом деле не очень. Возможно. Я, получается, могу поздравить тебя с победой? Нет. Почему? Какой победой? Да, а, еще деремся. У нас же еще раунд, да. Все, я понял. Так, а в, получается, раунде, когда... Ну, сейчас ты перезакупаешься. Тимыч. Я все-таки ютубер по Dota 2. Что мне мешает купить еще? Да ебать. Ты уверен в своем закупе? Не, вообще не уверен. Ну, давай, похуй. Будем пробовать. Да. Хорошо. Мне впадло перезакупаться, что-то новое придумывать. Зачем, блядь, изобретать велосипед, если, скорее всего, я и так проебу? Не, ну если ты сейчас выиграешь... Если то... подумать, возможно, выиграю, но оно мне надо. Серьезное... Пока что у нас с тобой счет 1-1. Надо. Ебаный свет. А, у меня еще даже шанс выиграть есть. Ну ничего, да. Сейчас посмотрим. Если ты этот раунд сейчас выиграешь и чувак, следующий выиграешь, чувак, то чувак, настоящая все. Победа, она достигается не с помощью предметов, вот, знаешь... Вот Муншарт купи, скиллов. Не, а, кстати, да. А с помощью смекалки. И у тебя, видимо, смекалка, она, типа, знаешь... Работает немного. С ней моей будет, да. Хорошо, хорошо. Так, есть пробитие, все. Че золото не собираешь? Не знаю. Я не коммерческий человек, как ты говорил. Ну да. Ну давай тогда. Раз, два, три. Погнали. Мама, пожалуйста, прости меня, если я проиграю. Она наверняка посмотрит этот... У, сука. У-у-у-у-у! Белянс на срелли пиздят! А я такой думаю, сейчас я по-быстрому второй скилл прожму вешечку, не думаю, и добью его, все да, съем, да. Скушаю. Бля, ну это было на грани, тупо кнопку не успел. Ну это было почти, да. Я тебе так скажу, это была не реальная битва, это была нереальная достойная битва. Да, достойная. Достойная битва, это всегда хорошо. Так, а это все, я проебал будем... уже? Ну, счет у нас с тобой получился в этой битве. 2-1. 2 балла зарабатывает аппарат, и 1 балл да. зарабатывает Бейн. А в итоговой битве проиграл я или выиграл ты, правильно? Или еще есть шанс? Не, ну получается все, да. Да, все? У аппарата 2, у тебя 1. На самом деле, это была и правда нереальная битва. Мне очень сильно не понравилось. Меня трахнули, и даже не предупреждали, что так и будет. Я тебе знаешь, что скажу? Самый интересный выпуск будет, да. Как мне кажется, с лондруидами. Это вообще будет, мне кажется, нечто. Особенно, да, знаешь, просто. На финальном раунде, когда бесконечно можно предметов закупать. Это же можно купить целых 2 догона. Ну, 12 слотов, да.
Два догона, два рефрешера. Только я тебе так скажу, меня не зови в этот выпуск, он будет неинтересным. Да, там кнопки будет сложно прожимать. Он может быть смешной, просто потому что над коллегами смеяться всегда типа забавно. А, ты как раз любитель коллег. Да, кстати. О, ну чё, ты готов к бонусному раунду? Да, всегда готов. Тогда давай, раз, два, три, погнали. У, сука. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, блять, это почти. Ну почти, да, это было почти. Опять же на грани. Мне бы секундочку, я бы прожал Ешку, и, да, возможно, было бы все совсем по-другому. Да. Ну, на как-то самом так. Я тебе так скажу. В принципе, ты выиграл из-за смекалки, потому что, ну, типа, аппарат, очевидно, слабее, потому что у него нету Ешки, как у Бэйна, да? И благодаря смекалке, потому что ты смог собрать неплохо, и благодаря моей тупости. Поздравляю тебя. Спасибо. Ну, что-то, на этом тогда будем заканчивать. Спасибо тебе, Захарыч, что пришел. Вам спасибо за то, что посмотрели. По итогам сегодняшнего выпуска аппарат зарабатывает 2 балла, а Бэйн, соответственно, только 1. Кстати, еще хочу сказать, что у Гумы на канале сейчас тоже вышел видос с моим участием. Поэтому обязательно переходите по ссылке в описании и смотрите. Ну и, конечно же, не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии, вступать в группу ВКонтакте и Телеграм-канал. Если хотите, можете добавить меня в друзья в ВК. Принимаю я абсолютно все заявки. С вами был Межарк. Всего доброго!